Привет-привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор новинки из каталога номер 4 компании Oriflame. Это будут новые 8 оттенков матовой губной помады. Сейчас я вам их покажу на картинке. Вот такие 8 цветов, и сейчас мы их все будем с вами пробовать. И у меня уже на губах имбирный нюд 419-60. Когда я наносила помаду в первый раз, мне показалось, что она как-то полосит, и у меня были действительно очень сухие губы. Я нанесла вниз смягчающее средство, подождала пару минут и нанесла сверху помаду, и все равно я вижу прям какие-то вот неровности. Я надеюсь, с другими помадами это не будет. Дело в том, что некоторые помады действительно бывает лежат не очень красиво на губах. И это все та же серия The One Matte Velvet, и предыдущие серии мне все были просто в кайф, все понравились, и сейчас будем пробовать другой оттенок. .419-61 оттенок пряный розовый. Но вот честно, лег тон уже намного лучше. Наверное, все-таки у меня губы суховатые немножко, надо было их заранее увлажнить. И я здесь ничего не вижу розового абсолютно. Это очень красивый коралловый цвет с рыжинкой, очень приятный оттенок. Кстати, я бы себе такой цвет бы хотела. Рассматривайте хорошенько. .419-62 оттенок теплая корица. Обалденный цвет, такой благородный, красивый, прям вот нет никаких к нему абсолютно претензий. Что он лег идеально, никаких полосочек, ничего нет, не собирается в губах, то есть ощущение комфортные, легкие, то что нужно. Я все-таки думаю, что просто светлый тон, он как-то вот не очень хорошо лег, ну, может быть, именно на моих губах. Сейчас я их смягчила хорошенько, и все окей, супер. Как вам оттенок? Кстати, я как обычно жду ваших комментариев, какой цвет вам нравится и какой вы закажете для себя. .419-64 оранжевый шафран. Это тот самый цвет, про который я обычно говорю, морковка. Этот цвет хорошо освежает кожу, с ним белее смотрятся зубы, то есть обратите внимание на этот оттенок, и он сейчас очень-очень модный. Винный поцелуй, код 419-65, тоже благородный оттенок, такой глубокий, красивый цвет. Мне кажется, особенно будет круто смотреться на брюнетках. Я вам завидую. Вишневый шоколад, тон 419-67, тоже такой насыщенный, сочный оттенок. Ну, себе, конечно, такой бы не хотела. Интересно, как вам? Розовая паприка 419-63. Такой классный оттенок. Кстати, такой цвет в этом сезоне очень будет модный, поэтому обратите внимание на эту помаду. И лежит она обалденно просто. Она, правда, не подходит под мой образ сегодняшний, но тем не менее цвет очень красивый. .419-66 пурпурный базилик, и эта помада полностью соответствует своему названию. Я такой цвет называю мертвечинка. Но на самом деле тоже модный оттенок, и многим он подойдет, но этот цвет очень-очень обязывает подобрать четко одежду, сделать макияж. И вот, например, к рыжим волосам он очень не подходит, поэтому не стоит даже рисковать. А вот брюнеточкам будет хорошо, блондинкам, чтобы не было желтого подтона в волосах, вот будет супер просто. Вот это очень холодный красивый цвет.
Итак, этим оттенком мы заканчиваем обзор, но не заканчиваем тестирование. Сейчас я сделаю выкраску на руках, еще раз посмотрим, как это все смотрится вместе. И по ощущению могу сказать, что да, помада матовая, помада суховатая. И сейчас вот я 8 оттенков поменяла, я затерла губы уже и тон вниз подкладывала, чтобы красиво все ложилось. Я чувствую, что да, сухость есть, но по опыту у меня есть такая помада из коллекции красная, она носится очень уютно и комфортно на губах. То есть если носить ее не каждый день, а например так вот менять с другими помадами, и обязательно пользоваться бальзамом, и может быть даже перед каждым нанесением сначала носить бальзам или смягчающее средство, лишнее промакивать салфеточкой, а потом наносить помаду, то она будет лежать, конечно, идеально. Но если у вас изначально сухие губы и они очень любят влагу и бальзам, то скорее всего такая помада вам только вот, наверное, сфотографироваться на пару часиков куда-то на выход ее носить. Но это такие рекомендации, на самом деле все очень индивидуально. Давайте протестируем все на руке. Итак, имбирный нюд, самый светлый оттенок, кстати, он достаточно приятный цвет. Далее пряный розовый, но розового я тут до сих пор так и не вижу. Следующий оттенок — теплая корица, это тот, который мне очень понравился, такой благородный классный цвет. Далее яркий оранжевый шафран, ой, ну это просто огонь. Кто искал морковку, вы ее нашли. Следующее — винный поцелуй, красивое название в этот раз у помад, просто супер. Далее вишневый шоколад, то есть смотрите, можно сделать два слоя, он будет темнее, если один слой, то посветлее, или нанести и промокнуть губкой. Потом розовая паприка и завершает у нас шафран, а пурпурный базилик, пурпурный базилик, вот он такой вот. Все, вау, 8 оттенков, выбирайте на свой вкус.